В районе Теренколь в результате пожара погибли двое человек. Мужчину 1958 года рождения и его 6-летнего внука нашли под завалами. Кроме того, похожая беда настигла семью из села Ефремовка Павлодарского района. Жители 4-комнатного дома госпитализированы. Подробнее о том, что послужило причиной трагедии, в нашем следующем материале. О пожаре в районе Теренколь стало известно в полночь. На место сразу отправились силы и средства пожарного подразделения. Всего над устранением чрезвычайной ситуации трудились больше 20 человек и использовали 3 единицы техники. Кстати, еще до приезда пожарных мужчина, проживающий по соседству, вытащил из-под завала 3-летнюю девочку. Также задействована была местная полицейская служба, местные исполнительные органы. По прибытию было горение отдельно стоящего камышитого дома на площади 64 квадратных метра. Произошло обрушение кровли. Кроме того, пожар случился и в селе Ефремовка Павлодарского района. В результате возгорания 20-летнюю девушку госпитализировали в Павлодарскую городскую больницу номер 1. А ребенка 2021 года рождения в детскую областную больницу. 20 декабря 14.10 к нам 20-летняя пациентка поступила с диагнозом отравления угарным газом тяжелой степени тяжести. Пациентка была сразу же госпитализирована в отделение реанимации, где получала интенсивной терапии. Сегодня, 20 декабря, в стабильном состоянии перевелась в отделение терапии. На данный момент состояние стабильное, лечение получает. Кстати, причиной пожара в Ефремовке назвали нарушение правил использования отопительной печи. Возгорание устраняли 7 человек. Ущерб устанавливается. Артур Поляков, Юрий Белевский, Ертыс-Акпарат.